Так, здравствуйте, всем привет, все мои подписчики и те, кто смотрит мои видео. Это канал Котенок Кэт, вот, Кукломания. И в этот раз у меня такие вот простые новиночки куколок, как бы можно сказать, даже пупсиков, потому что написано на коробочке «Веселые малыши». И это игровой набор из фикс-прайса, как вы все видите. Вот. В таких наборах там бывает еще и братик, и сестричка, типа. То есть мальчик и девочка там, или две девочки, но в разных платьях. То есть у них там платья вообще разные у всех. Вот. Волосы, по-моему, такие, как и есть. Но вроде как бы я видела еще на сайте, что там рыжая бывает одна из девочек и блондинка. Но я нашла с одной шатенку и блондинку. Вот. Ну, шатенка это потому, что у нее все-таки не темные черные волосы, как у брюнетов. Вот. И мне понравилось именно вот они в этой одежде. Не знаю, я вот не хотела селить у себя кукол, именно детей, потому что, ну, надоело как-то. Я их меньше фотою, и там с семьями фотою, и только там один раз на конкурс, там какая-нибудь там, например, конкурс «Счастливая семья», там, или «Большая семья», чтобы сфотать, вот. А у меня «Большая семья» это только у Барби «Безграничные движения», которая Лея Кудрявая, вот. Ну, естественно, у меня зовут ее по-другому, и у нее муж Кевин Тефилов, который, ну, естественно, я его тоже назвала по-другому, вот, и у них только два пупсика, которые Штефи я покупала специально ради пупсиков, там с коляской они шли, два пупсика, я покупала этот набор ради пупсиков, потому что у Штефи очень классные пупсики, маленькие. Они, у них голова шевелится, все там, ручки, ножки. И причем одеты они в костюмчики, не так, как мотеловские пупсы. В одни трусы пупсика одели, и все, не могли его в костюмчик одеть. На Штефе сшьют костюмчики, а они не могут вот сделать маленький костюмчик. Просто в трусах и все в одних. Это как-то, ну, пришлось мне самой шить. Очень маленькие костюмчики на тех пупсов Барби. Вот. Я и второго-то не хотела покупать. Второй мне достался с Барби Скипер няней. Потому что мне темненькая няня понравилась, кудрявая. И пришлось покупать вдобавок еще пупса, потому что он с ней в наборе был. Вот. И как бы я не хотела больше покупать вот этих вот всяких пупсиков, вот этих куколок, потому что, ну, я их не очень фотою. Вот. И, ну, пошла. Ну, а вообще так хотелось как бы на них посмотреть. И давно тоже хотела их купить. Вот. Но увидев тоже на сайте, что бывает две девочки в наборе, без мальчиков. Потому что кукол детей и мальчиков вообще не люблю и не хочу даже. Вот. Поэтому все те пупсы, которые я покупала, для Барби вот эти пупсики два и пупсики Штефи, они у меня все девочки, все-все девочки. Ну, не люблю я мальчиков, не хочу селить. Вот. Мальчики, потому что дети это хулиганы вообще прям, ну. Сколько я вижу детей, мальчиков, это вообще-то хулиган. Они могут подобрать палку, они могут делать из нее оружие, бегать по лужам. Девочка все-таки чище, когда маленький ребенок девочка, она все-таки, у нее заложено это в программе, быть девочкой, быть аккуратной, культурной. А мальчикам все равно, они в лужи сядут, будут кричать, орать, война, войнушка и так далее. С палками бегать и кричать. Поэтому я мальчиков и детей не люблю. Поэтому предпочитаю даже куклам покупать только девочек. Вот. Ну, конечно же, Кен это Кен, это тоже он как мужчина, или там из Monster High мальчик, но это же взрослые уже, это не дети. Я имею в виду про детей мальчиков, что я не люблю их. Вот. Ну, в общем, все-таки, когда пришла в Fix Price коту покупать корм, у меня вот попались они все-таки на глаза. Ну, я там выбрала, да, вот эти вот платьишки мне показались больше всего. Да, они могут быть в разных платьях вообще, то есть все. Но, по-моему, я так посмотрела, они все именно, да, блондинка и шатенка идет. Вот, а платья разные. Мне привлекли даже их глаза и улыбки. Ну, милашки такие. А почему бы нет? Покупала же я вот эти вот всякие тоже, вон, пупсиков-то вот этих маленьких, которые даже брелок считается такой, с такими глазками большими. И у меня рта точечка такая. Даже в
в этом купила, пошла, как его там, в том ладе, там тоже такая малюсенькая, вот такая продавалась, и я все их почти вот эти вот раздала. Они считаются подделки на каких-то тоже кукол, но я не знаю на каких. Потому что они могут еще продаваться в качестве брелков на сумочке, так. Куколка такая. Вот. И как бы раздала их всех вот куклам Эбби. Тоже подделки, их покупала все в Магните. Вот. Но сначала я их хотела отдать, разделить по одной кукле вот эту вот. Отдать Барби Фэш и Анистас, которые еще не детей. Это вот хотела отдать я Терезе, с молдом Тереза, которая в розовом платье, в оранжевых сапогах и с двумя хвостиками по бокам и челкой. Потому что она подходит ей по цвету волос. Я по цвету волос хотела раздать. Вот. И вот эту я хотела отдать дочке Барби в красном таком платье с капюшоном, с молдом Аша. Но, мне кажется, она потемнее уже, как бы я смотрю. Да, кукла-то светлая, а Аша-то она темная. Вот. Потому что единственное у нее там цвет это такой тоже коричневый волос. У меня еще есть, правда, с мороженым Барби, но она тоже потемней. Вот. Ну, и что-то как-то ночью задумалась, а потом утром встала и думала, ладно, утром решу, не буду думать ночью, потому что ночью надо спать, а не думать. Думаю. Я и так по ночам плохо сплю. Вот. И поэтому как бы встала сегодня с утра и вот решила сделать вот этих вот девочек вместе, сестричек, и дать им вот этих вот родителей. Потому что, ну, как-то захотелось, чтобы у детей было и мама, и папа. А то у меня в основном очень много у детей, где, у которых одна только мама. Вот. Ну, как будто там папа убежал, сбежал. Часто же такое бывает. Не захотел воспитывать детей. Ну, или, может, погиб просто-напросто. Там, не знаю, машина сбила. Или заболел там каким-нибудь раком или еще чем и умер. Ну, в общем, половины у меня пап нет. Ну, вот эти вот будут их родители. И несмотря на то, что он тоже... Вот этот вот Артур светлый, но, видите, у него, они не совсем светлые, то есть волосы, они как бы светлый шатен такой, то есть коричневый, как русые такие, тем волосы, то есть не совсем блондин, а светло-русый, можно сказать. А вот у нее, да, у нее белые блондинистые, ну вот ей пойдет вот это вот. Тем более, мне кажется, у таких родителей могут и родиться, да, темные. С темным волос. Причем у нее, вот у этой вот второй куколки, не очень темные волосы. Я сейчас их распечатывать буду прям так, потому что они легко распечатываются, поэтому я их пока оставила в коробочке. Вот. Ну, в общем, вот это вот их... Простите, опять они задели у меня фотоаппарат. Это эти вот взрослые куклы, и все повалилось. Я надеюсь, там не совсем заметно был потолок или меня. Вот. И кукол, как бы, почему не снимаю в коробке, потому что, ну, во-первых, потому что коробку сложно распечатывать, куклу там все, вот. А здесь очень легко, то есть, вот. Ну, тут я уже разрезала, потому что я на работе покупала в фикс-прайсе, и у меня там рядом он, прям через дорогу, я туда хожу все время и покупаю там все, что угодно. Еще я также покупала, когда еще был сентябрь, там приходила, покупала для Хэллоуина все. Вот. Точнее, не сентябрь, а октябрь еще был. Там в начале уже вывесили все для Хэллоуина. И я там покупала скелета такого большого с цепями. И там было их три варианта. С Марли белый, черный и сиреневый. Я выбрала сиреневый, потому что черный у него балахон черный сливаться будет, а белый у него белый череп тоже сливаться было. Я выбрала серый Марлио. Его еще я покупала там листья с двумя тыковками. И покупала две паутины. Одну черную с белыми пауками и белую паутину с черными пауками. Вот белая паутина вообще супер. Такие черные пауки, то есть это, то есть как надо, белая паутина. А черная вообще с ней не смогла совладать, потому что как его там, она вся, они как-то делают, не знаю, их комками, они складывают их в этот пакет, комкуют и все, потому что она такая должна быть, да, рваная, но там еще куски отдельно могут быть вот
Да, вот размер он такой вот. И отдельно кусок оторванный может быть. Я вот первый покупала, у меня такой белый был. И черный также. Бракованные паутины, то есть. И невозможно ничего, особенно черную. Ее прикладываешь, да, вот так, чтобы там на кровать или здесь вот, чтобы она не съезжала вот так вниз вся. Не... Здесь-то тоже должна. Я хотела, чтобы вот так вот все покрывало фоном мой фотоаппарат. И, то есть, кладешь эту черную паутину, и она прям вся эта съезжает, то есть рвется вот здесь вот, здесь вот на фоне и съезжает вниз в основном, поэтому надо ее класть на какой-нибудь белый платок, чтобы он немножко она к нему прилипла вот так и не съезжала. А вот белый, ой, извините меня, и что-то я икать начала, наверное, тот вспоминает, вот. И поэтому как бы вот белая лучше паутина мне понравилась. Фотографии, конечно же, Хэллоуина есть у меня в Инстаграме, который тоже называется канал Котенок Кэт Кукломания. Прям так и называется, потому что он причислен к Ютубу. Вот. И у многих видео, кстати, я показывала, что у меня есть группа на Одноклассниках еще. На Одноклассниках я ликвидировала эту группу, но я, по-моему, говорила во множественных видео, что ее больше нету. Это просто в старых там я показывала видео, когда она еще была, потому что там вообще ноль активности было, кроме меня, и она мне стала не нужна. Вот группа ВКонтакте осталась, и, конечно же, видео на Ютубе есть у меня. Ну и в Инстаграме, то есть моя страница, вот. На данный момент я жду куклу, так же, как я уже говорила на обзоре тюлени Энчантиму, что я его подарила самой себе на день рождения. Я еще жду куклу одну из детского мира. Она тоже будет как мой подарок на день рождения. Вот. Но она должна вот-вот приехать на следующей неделе, так точно. Она должна приехать, ну, может быть, где-то либо в среду, либо в четверг. Я так думаю. Ну, там не угадаешь, потому что они написали 24-го, вот, там еще такая история тоже произошла, но я расскажу потом на ее видео, когда она приедет, вот, я ее буду забирать в самом магазине, эту куклу, вот. И также жду тоже другие новинки всякие там, вот. Ну, а пока вот зашла в Фикспрайс и купила вот этих вот малышек, вот, то есть у них такая коробочка, да, простая, плюс 3 написано, вот здесь тоже нарисованы сестрички, только что-то одна рыжая нарисована, или это блондинка, но это, ну, рыжая же видно, что оранжевые волосы, блондинка была белая, вот, веселые подружки. Здесь у нас все наборы тоже нарисованы, которые вот типа Авроры из Фикс Прайса, Артур из Фикс Прайса и две вот дочки их типа, но их, конечно же, можно делать любыми куклами дочек. Вот они вот так вот достаются легко тоже. Коробочка такая. Ну, картинки я, пожалуй, вот эту вот вырежу. Интересные все-таки картинки я все-таки оставляю. Здесь тоже девочки прикольненькие. Поэтому картинки я вырежу, заберу себе. Фон у них тоже такой вот сзади на картинке пальмочки. Кстати, можно оставить его и фототь по одной кукле здесь. На этом фоне вот таких вот маленьких куколок, да, детишек, или Enchantimals, или Heidorbals. У меня много маленьких куколок. Но они все-таки закреплены штырями в коробке. То, что я думаю, что они будут все-таки лысоваты, потому что это кукла Фикс Прайса. Аврора точно была лысой, но я Аврор покупала ради тела. Если кто-то услышит смех и ржание, это моя, у меня две племянницы сейчас дома, поэтому не удивляйтесь. Вон она там орёт и кричит, пищит. Вот. Вот такой вот фон, хотя вот это вот, да, как-то не очень, но это можно все вот так вот, вот заделать и заклеить вот здесь вот сзади скотчем. Здесь вот эти дырочки, а вот тут вот эти вот так клеить тоже. И здесь дорисовать там акриловыми красками. Вот. Ну, это все заклеить, и прикольно будет. Да. Пальмочка такая, песочек типа. Так что оставлю. Ну, и рассмотрим куколок. Значит, ну да, видите, лысина. Вот я уже взяла лысина. Это, может, я так вот переплету и закрою вот этими волосами здесь вот эту вот лысину.
потому что здесь как попало сделано. Вот. Ну, в общем, вот такие у нее белые волосы, которые на бок сделаны. Но это легко переплести. Я просто вот эти вот сюда пододвину, потому что вот здесь вот видно, что вот здесь вот много волос. И лысина открылась. А так она, да, не прошита, только вот здесь вот. Ну, что вы хотите, за 49,90, за 49 рублей, да, одна куколка, если две, набор по 99. Вот такие вот простые, да, куколки. Вот ручки у них не шарнирные, вытягиваются, ножки тоже. Вот, видно, что здесь есть молдированные трусики, платьишко вот такое вот. Ну, кстати, ткань платья очень хорошая, то есть, ну, не как тряпочка. Вот, но липучка здесь гигантская прям. Очень гигантская липучка. Прибежала племянница, блин, прям по двери. Орет там. Одна убегает старше от нее, а второй тоже за ней надо. И она, естественно, орет. Все, что находится у старшей в руках, все надо и младшей взять. Куда младшая встала, туда и она надо. Куда старшая села, туда и младшей надо. Вот вредная вообще, как редиска. Вот, в общем, вот такая вот куколка, да, вот у нее такие глазки, платьюшко такое хорошенькое, оно сверху голубое, здесь бантик голубой, ой, розовое, с точками черными, и бантик голубой, и голубая, и как снизу юбка идет на платье, хотя вот здесь вот видно, что нитки, то есть плохо. Ну, а так, хорошее платьюшко, обычно бывает бумажное такое все, не хорошее, здесь ткань, ну, на ощупь хорошая, то есть... Нормальненько, мне понравилось платьюшко. И вот такие вот одетые у нее ботиночки, которые тоже снимаются, маленькие розовенькие ботиночки. Вот. Ну, в общем, вот такая куколка вот простенькая, да. А вторая куколка тоже у нее также нашита, но видите, здесь нормально уже сделано, то есть вон. А здесь она нет, здесь она прошита побольше, по-моему. В два ряда, хотя, не знаю, вот здесь вот видно, что один, а вот здесь, по-моему, два. Но тоже надо расплести, переплести, потому что, видите, здесь петух торчит, вот это все волосы торчат. Вот, личик у нее такой же точно, то есть голубые глазки, вот, улыбочка, голова просто вертится. Вот, ручки тоже не шарнирные, как показывала, также она садится просто вот, и... У нее вот такие вот тоже, как у блондинки, тапочки, ботиночки одеты, они тоже снимаются, только они сиреневого цвета, а так по форме они точно такие же. Вот. Только по цвету разные. Значит, здесь у нее юбочка зеленая, бантик зеленый с розовыми цветочками. Бантик сиреневый такой тоже небольшой. И сверху у нее на платьюшке уже вот такая вот, как типа кофта пришита, которая идет с мелкую красную сеточку и с черными точками. Вот. Там еще застряли волоса в голове у нее, он в шее надо достать. Не мешало бы, конечно, помыть, но я не знаю, что с такими волосами будет, с фикс-прайсными волосами. Что они вот так вот вылазят, но вообще они мятые. Не знаю, попробую помыть. Но сушить просто феном не буду, сами пускай сушатся. Может быть, даже не кипятком помою, а просто теплой водичкой. Вот. В общем, вот такие вот две девочки я купила, у которых я уже показывала. Родители они будут. Вот эту я назвала Стелла, а эту Розали. Блондинку. Вот. Будут две сестрички. Хоть у одних родителей будет тоже по двое детей, потому что у меня в основном по одному у всех. Ну и как-то не хочется их разлучать, пускай все-таки будут сестрами. Вот. Если вы тоже хотите таких ребятишек своим куклам там каким-нибудь, то идите в фикс прайс. Они там продаются, набор за 99 рублей. Там сразу две куклы в этом наборе. Ну и ждите, конечно, мою новинку, она вот-вот скоро приедет, но снимать я, конечно же, буду уже на следующих выходных, потому что сейчас у меня пока на работе ситуация такая, что я не могу снимать, вот, то есть выходных мало, поэтому буду снимать только выходные, хотя я бы и так, наверное, выходные сняла. Ну вот скоро приедет ко мне еще одна новинка, тоже как бы, которую заказала ко дню рождения, просто чуть позже, но она будет именно на день рождения.